Всем привет, меня зовут Андрей Петров, и вы на моем канале. Сегодня у нас еще одна распаковка, видеообзор автомобильного USB зарядного устройства торговой марки Bezos. Здесь у нас оно непростое, у нас с двумя портами Quick Charge. Максимальная выходная мощность 36 Вт, как видите, Quick Charge. Что у нас, какие есть технические ее характеристики? Данное зарядное устройство работает в автомобилях с бортовым напряжением 12-24 вольта, то есть подойдет для легковых и грузовых автомобилей. Исходящее напряжение 5 вольт 2,4 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 ампера максимум. То есть и максимальная суммарная выходная мощность 36 ватт. Температурный режим работы от 0 до плюс 55 градусов и подходит для большинства автомобилей, пишет. Давайте распакуем и посмотрим, что у нас идет внутри. Внутри у нас автомобильная USB зарядка Bezos. Как видите, с двумя портами Quick Charge. Такого вот оранжевого цвета. В комплекте идет инструкция на английском языке, которая рассказывает и дублирует также технические характеристики данного устройства. Желтая вкладочка, бумажечка, рекламный материал и еще какая-то брошюрка. Давайте включим ее в разъем прикуривателя. Как видите, имеет такую красивую белую подсветочку, но по размерам она не миниатюрная, то есть уже шторка здесь у нас не закроется. В сравнении с роковским зарядным устройством Bezos выглядит гораздо более массивный. Оба данных зарядных устройства у нас в металлическом корпусе. Единственное, что роковская у нас просто обычная зарядка на 2,4 ампера, а Bezos у нас уже имеет функцию Quick Charge. При этом на оба разъема. Ссылочка на видео и данную роковскую, если вас заинтересовало, также будет в описании. Если понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет много чего интересного. Всем пока!